Всем большой привет, дорогие друзья! И я хотела быстренько вкратце показать, как я оформляла свои такие мороженки. Ну, вдруг кому будет полезно, вдруг кто будет тоже что-нибудь подобное делать. Я создам какую-нибудь произвольную рабочую область. Кстати, здесь у меня монтажная область формата А4. Вот это. 210 на 297. Если я планирую распечатывать, я делаю сразу монтажную область под листик. Вот. Ну и если приближать, то есть можно понять примерно какого будет размера реально мои картинки. Так, давайте я что-нибудь одно возьму. И вместе с вами просто еще раз это нарисую. Так, что я сделала? Первое, это просто сфера. Да? И нижнюю точку выделяю, зажимаю Shift и тяну вниз. И делаю острый уголок. Это я получила основание для своей картинки. Ну, если надо, там точки вот это. Если прям... симметрично, допустим, у вас какая-нибудь, не знаю, форма, ну или как, допустим, да, можно, это я сейчас Alt зажимаю, это у меня стирательная резинка, отрезаем и зеркалим, чтобы точно было с двух сторон одинаково, и потом просто объединяем. Вот, мы получили, скажем так, основу, она у меня получилась более кругленькая, тут более остренькая, не принципиально. Потом я делала вот эту вот крайнюю сторону, это для разрезывания. Разрезывание, как это вырезать, да, это линия для выреза. Если просто так нажать, да, CF, Ctrl-C, Ctrl-F, то есть можно так, да, оно в принципе тоже получится. Но видно, что тут шире, тут поуже, то есть оно не очень. Я делала контур и создать параллельный контур. И здесь, в принципе, выбираем, ну, как у нас будет идти обрезка. Допустим, вот так вот. Если оставлять такую как бы сплошную линию, да, то когда мы обрезаем, она может быть видна и не очень красиво. Поэтому я сделала пунктиром. Ну и тут настраиваем, да, максимально. Я старалась настроить максимально такой вот тоненький, чтобы... Вот, ну, тут, в общем, можно поиграться, да. То есть, ну, как-то вот так вот. И можно его сделать не грубо черным, а серым. Да? Вот, то есть буквально, чтобы его просто было видно при печати. Далее, что было интересно, этот текст я делала в виде полукруга. Ну, сразу разберем картинка, да. В принципе, тоже интересно. То есть это была просто обыкновенная картинка с интернета. Я брала на белом фоне, чтобы не, ну, чтобы оно все сливалось. И я просто делала маску. То есть у меня тут немножко обрезано. То есть выделяем картинку, сверху обыкновенная сфера. И можно вот создать обрабочную маску, создать маску. Можно Ctrl-7 на клавиатуре и создаем маску. И я просто ставила вот таким вот образом на самый верх, да, то есть перемещение, вот перемещение вниз, вперед, на задний план или на передний план, таким образом. Далее разберем текст. Допустим, у нас это хава. Хава. И как мне его поставить и сделать кругленьким? Вырезаем текст. Я нажала Ctrl-X и выбираем текст, вот текст по контуру. Нажимаем и вставляем. Ctrl-V это вставить. У нас получается текст по контуру. Его можно редактировать, как-то, в общем, видоизменять. Можно менять фонд. Уберем.
Вот. И внизу у меня просто то же самое, только по-турецки. Так, зажимаем долго, набираем просто текст. И, допустим, вот таким вот образом. Ну, вот это можно тоже делать не таким ядерно-черным, да, конечно же, таким немножко сереньким, чтобы оно смотрелось более мягче. Вот здесь я тоже делала более серенький такой контур. Чтобы не было такого прям вырви глаз, все, да, чтобы просто как-то элегантно все это дело смотрелось. Тут мы вырезаем, и получается такая белая рамочка, и это было весьма, весьма симпатично. Вот, надеюсь, такой мини-урок был полезен и интересен. Всем спасибо за внимание и всем пока!